Встречаем липецкий филиал Ранхикс. Сиди, я сам открою. Команда CDS-ом открой, а мы единственная команда в университетской лиге, которая представляет академию при президенте Российской Федерации. Но это не главная наша фишка. В нашей команде самый красивый человек на планете. Какой же я красивый. Закрою глаза, открою, опять красивый. Спасибо вашим матерям, что не родили кого-то лучше меня. Настя, ну я тебе нравлюсь? Да хорош, Вов, ну ты как липецкий автовокзал. Красивый, только снаружи. Настя, что ты мне говоришь? У тебя же бывших, как пятерочек в Липецке, в каждом районе по 5 штук. Ребят, вот тема КВН, что, спорт? Есть у кого что? А я вот раньше гимнастикой занималась. А я слышал, гимнастки горячие постели. Фу, получается, я гимнастка. Ты хоть горячий! Я вообще за себя в постели другого представляю! Да, с такими шутками у нас в академии походу 5 платных мест останется. Спокойно, ребята, я сейчас все улажу. Дорогое жюри, хотелось бы вам сказать, что перед вами юристы, и если вы нас не засудите, то мы поможем вам засудить кого-нибудь другого! Физрук пришел трезво на работу и не нашел школу. А теперь представьте, в семье Рескеров. Опять ты двойку получил. Ну это просто невыносимо. Отец, неси ремень. Нет, мать, ну только не это. Снимай штаны. Ну может я в углу лучше постою. Снимай штаны, я сказал. А такое может случиться с каждым. Есть сигаретка. Да, отец, ты достал меня уже со своими друзьями проверять. Я же тебе сказал, что я не курю. Представьте, случай у психолога. Ну, может быть, у вас что-нибудь случилось? Да нет, ничего не случилось, все хорошо. Может быть, у вас какие-то проблемы есть? Да нет, нет никаких проблем. Недавно квартиру себе купил дорогую, жена красавица, на Мальдивы слетали с ней. Тогда что ты ко мне приходишь? Мы с тобой 2 года назад расстались! Тебе победить? Всем известна передача «Давай поженимся» и там, в комнате жениха. Слушай, смотри, какая неплохая, да? Неплохая. Походу она ко мне неровно дышит. Не, ну хотя она и ходит, и в принципе криво. Да, отец, ты достал меня уже! Я же знаю, что это моя мать, если уже 10 лет женаты! Осторожно, оглушающий визг фанаток.